25 сентября для каждого, кто родился и вырос на Смоленщине, это особый светлый праздник. В 43-м году залпы артиллерийских орудий салютовали об освобождении Смоленска. Этот день до сих пор отмечают всей Смоленской областью. В Десногорске торжественный митинг прошел на Кургане Славы. Праздничную колонну принимают ветераны Великой Отечественной войны. На Кургане Славы собрались неравнодушные к своей истории горожане, школьники, ветераны, сотрудники администрации и городских организаций. Приветственное слово всем присутствующим высказали почетные гости. Я рад, что сегодня все мы нашли время и пришли сюда, на наш мемориальный комплекс, чтобы поздравить друг друга с праздником и почтить память тех, кто 76 лет назад, не пожалев своей жизни, сделал все, чтобы наша родная земля осталась свободной. Смоленщина вписала в книгу мировой истории немало свершений и побед. Но одна из самых скорбных и трагических страниц этой книги – это Великая Отечественная война. Смоленская земля вместе со своим народом, с достоинством и честью, пронесли все тяготы, которые были возложены на их плечи в годы войны. Традиционным местом для торжественного митинга стал Курган Славы. Усилиями концерна «Росэнергоатом», Смоленской АЭС и администрации города привычный мемориал предстал перед жителями в новом виде. Здесь готовятся к завершению масштабной ремонтной работы. Мы с вами находимся на святом месте. Я уверен, вместе с вами мы все сделаем. И музей под открытым небом, и мемориал «Звезда». Достойно. Желаю вам, вашим близким, крепкого здоровья, счастья, добра, мирного неба. После минуты молчания в едином порыве жители возложили цветы к могилам павших воинов. 25 сентября навсегда останется особой датой в календаре для каждого жителя Смоленщины. Датой, когда в душе не только скорбь, но и гордость за своих предков и за свою страну. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна ТВ.